Продолжается наше путешествие, друзья, 8 апреля 2018 года, Святая Пасха. Мы въехали в село Константиновка. Проедем немножко по этому селу, чтобы те, кто жил в этом селе, тоже смогли посмотреть на свое родное село. Вон там вон сопка абрикосовая и обелиск там. Мы проедем немножко, не знаю, будем подниматься, не будем на абрикосовую сопку, к обелиску. Вот тоже село, как я уже говорил, в этом селе родился Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда России. Село очень старое. Тоже пустынное, тоже все люди отмечают Пасху, наверное. За столами сидят. Даже видно, гости, наверное, поприезжали. Вот у них такая детская зона. Там вон библиотека, магазин. Если вот так вот по дороге ехать через село, там дальше в сопках Константиновское городище эпохи Махабахай или Джирджини. Тут очень много городищ по сопкам. Находи место где-нибудь, разворачивайся. Езжай, езжай прямо. Практически уже проехали. Есть еще другая улица. Но мы туда не поедем. Ну вот на этом, друзья, небольшое путешествие по Константиновке заканчивается. Пока!